Доходы республиканского бюджета Казахстана в текущем году увеличатся на 20 миллиардов тенге. Расходы будут сокращены более чем на 65 миллиардов, сообщил сегодня министр экономики и бюджетного планирования Ербулат Досаев, представляя в правительстве законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2013-2015 годы. Практики, когда часть неосвоенных средств, которые возвращались в бюджет, перекидывались на следующий год, в этом году не будет. Суммы, возвращенные в бюджет, идут на финансирование дефицита республиканского бюджета и составляет 80 миллиардов тенге. В связи с этим, по словам министра экономики и бюджетного планирования Ербулата Досаева, с учетом уточненного прогноза по уменьшению дефицита, расходы республиканского бюджета будут сокращены на 65 миллиардов тенге. В целом уменьшение расходов составит около 166 миллиардов тенге. Часть данных средств будет направлена на следующие проекты в общей сумме 100 миллиардов тенге. 30 миллиардов тенге – это продолжение строительства железной дороги Жасыл-Гамбиниу. 30 миллиардов у нас капитализация Банка развития Казахстана для привлечения новых средств и для реализации проектов в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. 20 миллиардов – это на продолжение работ по Экспо-2017. И 20 миллиардов у нас самрука казна заимствовала для акимата города Астаны по сносу ветхого жилья. Это специальная двухгодичная программа была. Поэтому бюджет, вот сейчас мы 20 миллиардов тенге самрука казна возвращаем. Кабинет министров поддержал предложение Минэкономики и одобрил проект постановления. Подытожил заседание премьер-министр Серик Ахметов, дав несколько поручений. Поручаю администраторам республиканских бюджетных программ в однодневный срок обеспечить представление Минэкономики скорректированных стратег планов. Они у вас, в принципе, готовы. Канцелярия премьер-министра совместно с Минэкономикой подготовить и подписание постановления по уточнению республиканского бюджета и до 5 ноября внести в Мажлис парламента Республики Казахстан. Бибигуль Саржанова, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.